перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юр, ребятки. Ну что, готовы к новым приключениям зомбиков? Тогда, дорогие друзья, погнали вперед, 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 дорогие друзья. Так, ну что ж здесь у нас, ребята, гоу-гоу-гоу. Вау, ребята. Газу, газу, газу. Давай, давай, давай. Ха-ха-ха. Вот это другое дело. Вот это просто отлично, ребяточки. Давай вперед. Воу-воу-воу-воу-воу. Эй, ребята, я что-то застрял-то. Подзастряли мы немножко, ребятки. Давайте по новой будем делать. Так, поехали. Вау, ребята. Ух. Да, ребятки, как-то джип не особо справляется со своим заданием, ребяточки. Давайте лучше пойдем в гараж и возьмем нормальную точилу. Вот, например, автобус. Вот автобус мне довольно-таки нравится. Ох, вот это мощь. Ох, посмотрите, как он разбивает, ребятки, все препятствия, которые, ребятки, зомби приготовили для меня. Ребяточки, это мне не нравится. Это у нас карта Хэллоуина. Давайте возьмем обычную карту. Потому что это неинтересно, ребяточки. Так, ну что ж, дорогие друзья, поехали. Так, берем, ребяточки, мы с вами машинку обычную, без всяких каких-либо наворотов, дорогие друзья. И вот купим к ней, ребяточки, колеса. Так, ну что, поехали. Брем-брем-брем-брем-брем-брем-брем. О, вот это автомобиль, ребята. Вот это я понимаю. Все, ребяточки, бензин закончился. А что ж так быстро-то? Так, а где у нас бензин? Ага, вот, ребяточки, покупаем бензин. Что я не могу купить? А, вот. Все. Поехали. Теперь у нас бензина, да я думаю, достаточно. Бензин, ребята, моргает уже лампочка опять. Бензин у нас на нуле, если честно. И это мне не совсем нравится. Так, 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 так. Ну что ж, опять давайте накупим бензина. Много мы не можем купить бензина, потому что у нас его реально, ребяточки, нету денег на него. Но, тем не менее, ребятки, мы с вами все равно прокатимся, проедемся, чтобы уничтожить, так сказать, уже всех зомбиков, которые только смогли, ребяточки, попасться на нашем пути. Бррр, давай, 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 малыш, совсем еще немножко. Все, ребяточки, все, бензин закончился у нас. А мы еще смогли два зомбика задавить. Вот это прикольно. О, еще куда мы покатились, ребятки. Вы только посмотрите, как круто. Брейнс, мозги, говорят зомбики, ребяточки. Так, ну что, давайте купим двигатель. Я думаю, получше какой-нибудь. И бензина, наверное, закупим. Ну что ж, погнали. О, уже наша машина едет, ребяточки, намного-таки быстрее. И я думаю, что мы заедем, ребяточки, намного-таки дальше, потому что бензин это довольно-таки крутая вещь, неотъемлемая в машине. Без нее автомобиль просто не будет, дорогие друзья, ехать. Так, ребяточки, ну что ж, остановились мы, потому что нам не хватило бензина. У нас 85 долларов, и мы на эти 85 долларов можем купить следующее. Мы можем купить уже нитро, ребятки. Мы можем уже купить нитро. Так, ну что ж, отличненько, дорогие друзья. И колеса, наверное, мы можем с вами купить, да? Просто супер. Ну что ж, поехали, ребятки. Ох, колеса, ребятки. А нитро мы не купили. Мы купили колеса, ребятки. Вы только посмотрите, какие у нас огромные, ребяточки, колеса. Это просто супер. Вау, ребята, вы только посмотрите. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вау, ребяточки, ну это разве не замечательно? Это уже просто круто, ребятки. Давайте новый движок купим. И погнали. Ох, ребяточки, машина уже, ребятки, не назло разогналась. И у нас есть теперь новая возможность пройти эту игрушку.
Brains, ребяточки, это просто отличненько. Так, ну что ж, дорогие друзья, давай купим вот такую вот штучку. Ой, дополнить. Что-то мы еще можем докупить много чего. Поехали. О, ребятки, все, у нас есть, ребятки, нитро. Типа ускоритель, но... Ого! Вы только посмотрите, я перевернулся, ребята. Вот это, конечно, прикольно. Это, конечно, прикольно сделано. Вау! Надо контролировать процесс, чтобы не переворачиваться. Ого, ребята, мы перевидели. Голову отрезали вентилятором. Зомбику нехорошему. Давай газу, малыш. Давай, 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 давай. Отлично, отлично, отлично. Просто супер. Ох, дорогие друзья, как это замечательно. Вы просто не можете себе представить. Все, ребяточки. Бензин у нас закончился, дорогие друзья. Давайте перейдем в гараж. Так, бензин у нас на максимуме. Так, давайте коробку передать, что ли, купим новую. И давайте купим вот такую, уже что зомбиков разрезает. И нитро докупим еще немножко. Все, ребяточки, вот это уже прикольно. Первая защита от зомбиков у нас есть. Вау, ребята, вы только посмотрите, на что уже похож наш автомобиль. Поначалу он был реально ни о чем, но сейчас... Ребятки, сейчас, когда мы с вами уже на большой, так сказать, ребяточки, волне, мы с вами заработали нормально бабулесиков, и теперь мы можем купить самую новую коробку передач, новую защиту, пока не можем купить, и зато можем купить дробовик, ребяточки. Давайте купим дробовик, который будет отстреливать этих злых и нехороших зомби вокруг нас. О, круто. Ребята, вы только посмотрите. Брейнс, мозги. Так, ну что ж, лампочка, ребяточки, начала моргать. Это уже означает, что бензин у нас подходит к концу. Но мы все-таки заехали дальше, ребятки, чем в прошлый раз. И это просто замечательно, не правда ли? Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте с вами теперь... Купим вот это все. Так, улучшим дробовик. И я думаю, что должны уже с вами заехать далеченько. Так, давай, давай, газу. О! У меня уже, ребятки, посмотрите, какая есть спереди штука, которая будет пилить всех зомбиков. Ребятки, я перевернулся. Давай, газу, газу, газу. Если бы я не перевернулся, я бы уже, ребяточки, заехал довольно-таки далеко дальше. И проблем бы, я думаю, бы не было бы. Так, ну что ж, дорогие друзья, отличненько. Я считаю, что это просто супер. Так, давайте докупим нитро. Все, все, ребятки, мы машинку заделали по максимуму. Так, $500 для того, чтобы открыть следующий автомобиль. Ребятки, давайте прокатимся, посмотрим. Ох, довольно-таки неплохо, ребятки. Автомобиль себя ведет на дороге, я вам хочу сказать. Характеристики неплохие. Посмотрите, как он, ребятки, пилит всех зомбиков нехороших, злых. Ох. И довольно-таки далеко залетает. Так, ребятки, бензин у меня закончился. Но, тем не менее, мы с вами заехали, смотрите, как далеко, ребятки, и заработали уже практически $500. Через $20 мы сможем купить новый автомобиль. Ну что ж, давайте прокатимся, посмотрим. О-хо-хо-хо-хо. Так, ну что ж, лампочка начала моргать, и бензин у нас закончился, ребятки, на том же самом месте, что и в прошлый раз. Так, ребяточки, ну что ж, давайте купим вот этот автомобиль, давайте купим к нему колесо и бензин, наверное, давайте купим к нему. Так, ну что ж, давайте прокатаемся на нем. Вы только посмотрите, какой рафик, ребята, я открыл. Вот это, конечно же, прикольно. Вот это в действительности, ребятки, круто.
Круто, 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 круто. Классно. Все, ребята, автомобильчик заглох. Так, ну что ж, дорогие друзья, я вам хочу сказать, что этот эпизод подошел к концу. Вы были на канале Вечное Детство, ребятки. С вами был, как всегда, Юра. Дорогие друзья, если вы еще каким-то образом не подписались на мой канал, обязательно это сделайте. Большая квадратненькая кнопочка «Подписаться». Жмем на нее, ставим пальчики вверх, пишем комментарии, дорогие друзья. А я вас очень люблю, мои дорогие зрители. Пока-пока.